В рамках осуществления контрольных мероприятий член Общественного совета при ОМВД России по Магаданской области, член Общественной палаты города Магадана Юлия Домрина совместно с сотрудниками полиции посетили изолятор временного содержания. Съемочная группа вечернего Магадана также приняла участие в этом мероприятии в связи с тем, что содержащиеся в ИИС лица не дали разрешения на их съемку, их лица мы показать не можем. Что мы сделали? Все съемки? Нет, там различные правонарушения. Это как появление в пьяном виде в общественном месте, неуплата штрафа, сейчас идет УПН должник, те, кто своевременно не платил штрафы. По линии ГИБДД, кто там по 12.8, 12.27 оставление места происшествия, езда в пьяном виде тоже, ну, тоже приравнивается. Как пьяный человек на улице, так и за рулем пьяный. Подлежит административному аресту гражданина. Соответственно, сперва задерживают на ИВС, затем везут в суд, а из суда уже по решению суда. По словам полицейских, среди задержанных встречаются граждане, которые вновь и вновь стремятся попасть в изолятор после выхода. Объясняется это тем, что в силу череды тяжелых жизненных ситуаций они лишились жилья, работы и документов. Членами комиссии, содержащимся в ИИС, лицам задавались вопросы. Есть ли у них какие-либо жалобы или претензии как на действия полицейских, так и на условия содержания? Никаких жалоб общественникам не поступило.